отсюда, сука. О, бежим, 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 бежим. Не хочу знать, что там дальше. Ты убегаешь же, ты глупая. Мне дали ачивку. Worst friend forever. Got out and left your friend behind. О, какая же я в рай. Я не знал, я не знал. Ох, теперь страдай ты. Я буду просто тебя убивать. Надеюсь, ты как-то запомнил. Блин, я... Я просто испугался, я просто испугался. Я бежал от этой штуки как мог. Тут дверь какая-то стрёмная. Куча ящиков, рай сами. И у меня фризит немного. Так, нарисовались какие-то говнари. Какого цвета глаза? Синий. А, красный и синий. У тебя красный и синий? Угу. Так, слева направо. Зонтик? А. Угу. Ага. ХО? Ага. ХО. Чё? А, сейчас. Так, а... Так, красный, синий. А, поняла. Корень и ХО. Они не загораются. Это нормально? Вот корень обычный и ХО. Попробуй еще раз. Угу, угу. Ага, открывай дверь. Все, да, спасибо. The answer lies. Escape from the storage room. Так, дальше. Кто у тебя? У меня панцирь от улитки. Панцирь от улитки. К быку. И голова овечи. Потом там хвост еще вороны и руки курицы. А, во. Угу. Так, червячок на столе с буковкой X. Перо и паникующий человечек. О, погоди, погоди. Бля. Да ёб. Перо. И паникующий человечек. А, погоди. Такой типа... Погоди, погоди. И паникующий человек. Такой весь квадратный. Ага. Квадратный? Ну, у него нет квадратный, и глаза квадратные. Паникующая мразь, это мразь. Угу. Вы ушел? Ага. Так, теперь... Я слышу какие-то неприятные звуки. Ты в подвале. Какого цвета вентиль? Ой. Красный. Красный? Сначала красный. И все. Тут вода и красный вентиль. Ну, блин, ну у тебя там дверь какого цвета? О, вода заполнилась. Огонек над дверью какой горит? Написано purple, но он типа зеленым горит. Purple. Да, да, спасибо. А я чуть не утонула. Вы что, мы не говорили в этот момент. А потом я просто рандомно нажимал на рычаг.
That's fine. Escape from the Thunderbird hallway. Рычаг белый. Несложная загадка. Bring down the garden light. Что делать? Ну, тебе нужно найти синий рычаг. О, господи. Как ты на люстру залезал? Запрыгивал. Это не монстр, это, короче, один из наших друганов, походу. С чего ты решил? С того, что я ролик смотрел вначале. Ох, тут темно, я сюда не хочу. Там история была в том, что его захавали. Какая-то мразь. Нас вообще, по-моему, четверо было. Так, я в поисках. Угадай, кто его захавал. Кто уже? Не знаю. Синий рычаг нашел. Угу. И что? Так, теперь беги в другую сторону и открывай зеленый рычаг. Зеленый рычаг запомнил. Забавно, что я помню карту. Мне это очень нравится. Так, зеленая книжка. О, оно ползет. Теперь ты уверен, что это не наш друган. Это уже другая мразь, ты, видимо, пропустил момент с друганом. Тут черный коридор, не хочу. А, видимо, да. Да, я пропустил момент с друганом. Так, открылся этот. Так, зеленый нога. Вижу, да? Зеленый рычаг, зеленый рычаг. Сейчас. Нажал. Синий рычаг. Да, синий сейчас. Угу. Синий рычаг. Дернул. Так, теперь ищи красный. Угу. Та штука, кстати, была похожа на гусеницу. Да? Я как-то не смотрела. Я разглядел эту. Задница очень похожа на гусеницу. Дальше он как кентавр выглядит. Так, зеленый. Ищу красный, правильно? But there's no way out. Do 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 do. Don't be no way. Don't be no way. Тут темно. А нужно найти красный. Нет, я не могу найти красный. Так, я вышел куда-то зеленую решетку. Ты зеленый нажимал, да? Да, один раз. Угу. Мне сейчас кот мяукнул, я чуть не обоссался. Синий это так тоже было страшно. Нажимал, да? Я валю, не мяукнул. После зеленого синий. Да, си. Что? Да, зеленый, потом синий, еще красный. Но кажется, мне нужно что-то дернуть. Зеленый, кажется, еще раз нужен. Попробую дернуть еще раз зеленый.
Или не попробую. Нет, попробую. Попробуй синий дернуть. Не думаю, что там... Мне кажется... Нет, зеленый. Это однозначно зеленый. Да, это зеленый. Ебал зеленый. Ну, перекрывает проход зеленый цвет, сука. Да? Да. Ну, то есть там красный и зеленый. Там дальше ты... всего я ткнулся в зеленый и красный. Так. Как я понимаю, перепечатан там пока. Так, ладно, дерни зеленый. Угу. Иди обратно, угу. Дерни синий рычаг, потом иди к зеленому, дерни его. Погоди, погоди, ты видишь сейчас на карте справа должен быть синий такой прямоугольник? Угу. Вот, я рядом с ним сейчас. Как он выглядит? Открытым. Угу. А сейчас? А сейчас? Сейчас я перезапущу карту. Ничего не изменилось. Понятно. Показано, что он открыт. Хотя я тебе не поможу. Но ты должен как до красного добраться. Да, вот смотри, если ты все-таки дернул один раз зеленый, то ты должен был идти обратно к синему и пройти направо. То есть дальше. Пройти дальше синего. Поворачивать к нему, а в другую сторону. Там синяя дверь, она я открыл только что. Направо и опять направо. Там будет проход. Идти в сторону синей двери. Ну вот, где ты открыл дверь, иди через эту дверь. Угу. И направо, и опять направо. Должен быть, угу, красный рычаг. Угу, сейчас. Там же ничего не преграждает мне тут. Ну там ты вроде бы открыл дверь. Направо, направо. Я нахожусь в прямоугольной комнате с картиной. Вау, тут лестница. Ее только что тут не было. Или я что-то не заметил. Да, красный рычаг. Все. Да. Так, теперь возвращайся к синему рычагу, жми его. Жми его. Подожди, а я же себе проход перекрою. Я иду через эту дверь. Хорошо, нормально. Ты так открываешь. Я не смогу через нее пройти. Я... Мне придется обходить. Ты нажал красный рычаг, да? Да. Возвращайся к синему. Ты другой проход откроешь. Хорошо, другой, хорошо. Другой проход откроешь. Ты более большой. Окей, окей. Проходим. Закрыл. Так. Изо. Синему. Нет, я уже выключил синий. А. Угу. Зеленый. А где зеленый? Налево к статуе. Ну, я тут, и что? Ты у зеленого? Нет, я не вижу его. Вот смотри, ты идешь налево, потом... Угу. От входа. Да, от входа. Угу. Поворачиваешь направо. Угу. Проходишь синюю дверь, арку ты открыл только что. Походу, да. И вот справа где-то должен быть зеленый рычаг. Угу. Торкнул его? Да. Так, теперь иди дальше, вот там. Угу, направо. Да, направо. И... Налево. Да, это. Угу. Так, теперь иди прямо, там будет генератор. Там, угу, сразу должен торкнуть зеленый цвет.
А потом? Сейчас. Сейчас. Секунду. Генератор. Вижу генератор. Что с ним делать? Фрез ватан. Погоди. Потом левее будет рычаг его над порохом. Ты там почини пока эту штуку. Я не знаю как. Круг вставляй чуть выше того груя. Ага, все, да? Нашел. Крути ручку вправо по часовой. И играй фильм. Я не могу играть в фильм, ты мне питание не подрубил. Подрубил. Уже? Бери ручку, крути ее вправо. Да, все, готово. Ёпта, я замерзаю. А ты ручку прокрутил вправо? Да я покрутил эту ручку. И я покрутила. Замерзаешь? Да. Так, подожди, после второй пешки кто ходит? Да. Как? Ну хорошо. Нет. Я не могу. А, ты напротив поставил пешку? Да, да. А, так, потом вторая пешка с, вот слева, которая... Ходит сейчас белый, я не могу ходить. А, белая? Так. Да, я нажимаю на клавишу, но они не работают. Что происходит? Они не работают. Биша, Биша, алло, ваш код на DX включено. Да, блин, давай. Так, короче, ты чем походил? Белый и черный только пока что, да? Угу. Ладья. Все, вижу. Я, потом. На... Так, потом вторая слева должна идти. Угу. Вот. Да он не ходит, что за говно? Он не ходит. Ну ты походи ладьей. Да походил я, ладно. Да. Ну, походил. Пешкой. Да. А, вперед просто. Блин, точно. Да. Потом. Король куда ходит? Король на... Это королева. Ага. Нет, это король, это король. Потом. Куин. Угу. Все, я все сделал. Куда идти? О, прям там будет проход. Дор из локт. Как так? Не знаю. А, ты сожрал ферзем королевой? Да. Да. Пешку. Да. Я съел, но ничего не... А, Дор из локт. Я не знаю. Что за говно? А, блядь, не та дверь. А! Взад пошел. Фу, все, чекпоинт, отлично. Так, хорошо. Теперь что у тебя на книге написано? А, что же у тебя было? Это зелененькая, да, у нас? Угу, там где-то справа лежит, слева от раскрытой книги.
маленькая, да? Угу, читай, что там написано. Так, starting the far west. То есть, тебе налево, я умер. К самому краю лево. Угу. Блять, опять умер, погоди. Как Dark Souls. Вот, ты с наступил. Она лево. Да ёп. Я не понимаю. Чё, я умираю, тебе смешно? Да. Да не работает, ничего не работает. Какие у тебя там символы? Кошечки, всё, нажал. Всё, давай, говори, что ли. Так, наступил на первую клеточку, да? Да. Теперь угу. Две вперед. Я умер, спасибо. Что? Подожди, это не так. Ну. A starting in the far west. Take two stairs north bound. Давай я как-нибудь сам правильно. Давай, я так и сделал. Ну как реально быстрее. На. Я нашел да, свое. Что нашла? Я свою нашла, которая была. А? Кого? Книжечку свою нашла. Угу. Так это она и есть, нет? Ну там немного из не те символы, которые ты говорил, были. Вот смотри, ты с самого самого левого начал, да? Все, я зашел. А, ну вот, замечательно. Так, вот история начинается. Сейчас ты ощутишь мой страх. Ага, а где сцена? А, наверху. Ох, короче, сначала подрубаешь. Такс. Не-не-не, давай я, короче. Давай. Ты зашла на сон? Ladies and gentlemen, welcome to tonight's feature show. No. There once was a castle filled with life. Чё происходит? Такс. Алло? There once was a castle filled with life. Королева. А, ты королеву прикрутил. Убери королеву. Прикрути вторую и... Вторую сверху. Да не нужно мне крутить мечом. Вторую сверху. Замок. Не ори на меня. Замок прикрути мне. Короче, точно посередине. There once was a castle filled with life. Молодец. Так. И шута. Это шут, он третий снизу. Ай, шут. Третий снизу, да, как вообще? There once was a castle filled with life. Я просто закручу. А, это королева вроде была. Сейчас будем валить. Второй ряд, первый. Вот так. Нет, это король с мечом. Других крути. У тебя есть мразь? Да, она потихоньку. Да, вот, все, замечательно. There once was a castle filled with light. Сейчас появилось что-нибудь? А сейчас? Так, шут. Ну вот, шут. И как мне что делать? Play record? Опять нажать? А я не знаю. А что должно выезжать вообще? Ну, замок и шут. Вот он выехал. Как мне? Замок тебе нужен? There once was a castle filled with life. А как ты запускал рекорд? А, справа нажми кнопочку.
There once was a castle filled with life. And there lived a king with his wife. Третий и первый ряд. Третий из первого ряда. Ага, это король. Такс, теперь теперь королева. Она у нас второй ряд, первая. And there lived a king with his wife. Ага. И теперь замок, второй, первый ряд, второй. Опять крути его. Первый ряд, второй. Ага. Все хорошо, прикрутил. Теперь запускай шарманку. And there lived a king with his wife. All were happy and all was good. Так, с короля. Крути опять, это король у нас третий, первый ряд. Первый ряд. Сейчас, погоди, с котом посисюкай. Даня. Первый ряд третий. Первый ряд третий. Второй ряд первый. Второй ряд третий. Первый ряд второй. Даня! Она приближается. Он постоянно смотрит на меня. Так, второй ряд, третий. Первый ряд, третий. У нее ножки есть. Первый ряд, третий, рычаг крути. Покрутил. Еще крути. Ты не прикрути. Первый ряд. А, нет. Первый ряд, второй, второй. Нет, нет, нет. Да, первый ряд, второй. Что делать? Первый ряд, второй, рычаг крути. Куда? Вот. Это второй ряд. Второй рычаг. Убери еще рано. Первый ряд, второй рычаг. Что, что второй ряд? Первый ряд, второй рычаг. Второй что? Рычаг, да. Что это? Так, второй ряд, первый рычаг. Это же женщина, нужен. Да, нам нужна женщина. И она была уже. Запускай шарманку. А. All were happy and all was good. Так, убирай короля. Это первый ряд, третий. Запускай короля с мечом. Второй ряд, второй. Как-то нелогично получается. Я дергал уже третий. Так, запускай. Ой, она села. Так, опять запускай его. Второй ряд, второй. Запускай его. И справа там есть рычаг Буди. Блади с кровавый свет. Блади лайт. И Bloodlight. Запускай шарманку. Нет. Нет, обычный король. Убирай этого короля. Второй ряд. Второй. Первый ряд, третий. Ага, запускай. Standing in blood, he proudly said. Где нажимай, где нажимай? Ой-ой-ой, я успела. Угу. Теперь ты становись на рычаг. Угу, угу. Беги, беги. Беги! Беги!
Why me? Мы все ачивки получили? Нет. Какое не получили? Ну, боюсь, если вдвоем остаться. Типа это еще ачивка. Нет, все, у меня показано 17 из 17, возможно.